Делаем вам обзор на Beach Club, который открылся на острове мечты. Вот остров мечты. Посмотрите, ну мы сегодня находимся в зоне VIP, потому что когда мы приехали, билеты уже были все раскуплены за 3 дня до открытия бассейна. Билет один стоит на человека 2500. Лучше покупать за 3-4 дня. Нет никаких льгот ни для многодетных семей, ни для детей. Только для инвалидов первой группы и для детей до 90 сантиметров. Сейчас я вам покажу. Мы находимся в зоне VIP, так как все билеты были раскуплены. Мы взяли шатер со стульчиками, с какими-то диванчиками, которые они так в зоне VIP не нашли. Стоило это на 4 человек 20 000 рублей. Но мы очень хотели зайти посмотреть.